Вы выступали на Монтелибера-фесте. Как все прошло? Что думаете о Монтелибера в целом? Я хотел приехать, но не получилось. На самом деле на меня он произвел лучшее впечатление, чем я ожидал. Мероприятие прошло абсолютно без сучка, без задоринки. Я выступил 3 раза, с большим удовольствием пообщался с людьми, которые меня поддерживают. Там было несколько патронов СВТВ Ньюс, были мои давние подписчики, были члены Либертарианской партии России. В общем, все прошло хорошо. У меня нет ни одной претензии к организаторам, наоборот, есть благодарность. Спасибо вам большое, что организовали это мероприятие, что меня пригласили, что все устроили так, что это не вызывало никаких вопросов. По поводу Монтелибера у меня выйдет, скажем так, короткий ролик с моей лекцией, с мероприятия. И, в общем, это действительно здоровая часть русской диаспоры в Черногории, поэтому, если вы едете в Черногорию, вам хочется пообщаться с какими-то классными русскими, могу с чистой совестью рекомендовать Монтелибера, потому что ребята на меня произвели хорошее впечатление. Как русская диаспора в Черногории, это абсолютно работает, ребята молодцы, хорошее мероприятие, спасибо им большое.